Украинский Антонов захотел найти лазейку для сотрудничества с Россией. Украинская авиастроительная компания Антонов остро нуждается в российских комплектующих и ведет с Минским заводом гражданской авиации закрытые переговоры о создании сервисного центра в столице Беларуси. Об этом сообщает Лига Нет. В пресс-службе Антонова факт переговоров подтвердили. В Беларуси планируется продлевать летную годность, проводить сервисное обслуживание, ремонт и сборку самолетов семейства Ан-148-158. В рамках сотрудничества рассматривается возможность использования российских комплектующих, в том числе и санкционных. В справке о производстве Ан-148 и Ан-158 говорится, что импортозамещение российских агрегатов, которые Антонов проводит с 2015 года, препятствует запуску серийного производства новых самолетов, отмечает агентство. При этом там указывается, что значительно быстрее может быть организован выпуск самолетов предыдущей конфигурации без импортозамещения на базе политически и юридически нейтрального предприятия на территории, которая не находится под санкциями. 13 марта руководитель технического проекта создания самолета Ан-140 в 1993-2006 годах и исполняющий обязанности руководителя Антонова в 2014-2015 годах Сергей Меренков заявил, что украинский авиастроитель не решил проблему импортозамещения российских комплектующих. В ноябре 2017 года газета «Коммерсант» сообщила, что Россия и Украина ведут закрытые переговоры по самолетам Ан-124-100 «Руслан». Российская грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» и украинский «Антонов» договариваются о продлении летной годности самолетов, но решение откладывается из-за политических разногласий между Москвой и Киевом. После присоединения Крыма к России авиационное сотрудничество стран прекратилось. Антонов по распоряжению правительства Украины вышел из украинско-российского СПАК «Антонов» в 2015 году. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.